Год назад, 19 сентября, в результате военного нападения Азербайджана, все коренное население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть свои дома, заявление МИД. Те, кто примет участие в конференции КОП-29 в Баку, должны призвать обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах, заявила Луазо. Международный суд подтвердил право армян Нагорного Карабаха на возвращение, заявил Декотини. Все армяне, покинувшие Нагорный Карабах, должны получить компенсацию за понесенные ими огромные потери, заявил Шиф. Адам Шиф представил в Конгресс законопроект о конфискации азербайджанских активов. Обсуждение ситуации, связанной с правами человека в Азербайджане, пройдет на осенней сессии ПАСЕ. Венгрия хочет выйти из миграционных правил ЕС. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию против незаконного присутствия Израиля на палестинских территориях. Венгрия достигла критической стадии наводнения, заявил Орбан.